Всем привет. Теперь будем немножко потихонечку заниматься нашим УАЗиком 514. На сегодня хотелось бы закончить тему с дверными картами. Так почему же я считаю, что вот этот УАЗик, он настоящий и позволяет почувствовать себя, ну, действительно за рулем, то, что управляешь действительно автомобилем. В нем все просто. В нем все просто, в нем все легко. Сидушки от Toyota. Сплошное резиновое покрытие пола от Hunter. И вот эти вот дверные тряпки. Не знаю почему, вся машина вообще, она вся в этих дверных тряпках. И не сказать, что они прям космического качества. Они там с каким-то порошком, с какой-то примесью. Вот. Соответственно, они постоянно грязные. Если на дальники, если куда-то в грязь, то это обязательно все вот эти тряпки, они все черные, все грязные постоянно. Что касается низа двери, то это постоянно присутствуют какие-то отложения на всем этом. Пороги у меня не штатные, самодельные. Вот. Соответственно, налить образуется в треугольнике. Делал я пороги специально, чтобы можно было домкратить машину. Вот. И, соответственно, нештатный порог, налить, плюс налить на тряпки. Все это собирается, иной раз невозможно дверь открыть, закрыть. В общем, хочу от этого всего избавиться и сделать все по-простому через вот такие вот пластиковые карты. Комплект чума просто-напросто, всего лишь каких-то 800 рублей 4 штуки. Пластик, конечно, самый-самый дешевый, но, например, давно-давно я себе хотел, точнее, у меня не было ручек на дверях, и был у меня комплект вместе с машиной его родных. Вот эти ручки из ДСП, вот, но так как они хранились в очень влажном месте, соответственно, ДСП все рассохлось, и такие ручки ставить было нельзя. Здесь же сейчас у меня стоит просто обычный пластик, такой же, как и дверные карты. Этому пластику уже пошел, по-моему, 5-й год. С ним ничего не случилось, его не оторвало, не разорвало. Вот он как стоит, так и есть. Хвататься за него очень удобно. И вот сейчас избавимся наконец-то от всех этих тряпок, от всего вот этого железа. Поставим обычный пластик. В общем, получился вот такой вот достаточно интересный результат. Внутри также оставил золотую тряпку. Пахнет, конечно, немножко остроты. Можно доработать. Но, в общем, вот такая дверная карта получилась. Сейчас предстоит то же самое проделать со всеми остальными дверями.